Запеченная тыква помогает избавиться от камней в почках, хронического цистита и полиэнефрита, очищает мочеполовую систему, и такое вкусное и недорогое блюдо поможет справиться с расстройствами нервной системы, нормализует сон и снимет стресс, очищает и восстанавливает функции печени. И вашему вниманию, дорогие друзья, очень простой и быстрый рецепт – запеченная тыква. Для запекания лучше всего подойдут мускатные либо крупноплодные сорта. У меня второй вариант. Предварительно крупную тыкву я очистила от кожуры, удалила мякоть и семена. Далее нарезаю вот такие полоски шириной 1 см. Дальше каждую полосочку разрезаю на куски по длине где-то примерно 4 см. Отправляю в глубокую миску. Отдельно сделаю заправку. Пока я всем этим, кстати, занимаюсь, у меня уже разогревается духовка. Беру 4 столовые ложки растительного масла. Добавляю сюда сушеную петрушку, немного розмарина, смесь паприки и черного перца. Беру 5-6 небольших зубчиков чеснока, пропускаю через пресс. Соль по вкусу. Заливаю нарезанные кусочки тыквы данной заправкой и все хорошо перемешиваю. Всего у меня по весу, кстати, здесь 700 грамм тыквы. И добавлю сюда неполную столовую ложку манной крупы, которая способна впитывать в себя сок, который будет выделять запеченная тыква. И дам постоять минут 10 для того, чтобы кусочки хорошо пропитались данной заправкой. Беру противень, застеленный фольгой, и раскладываю кусочки тыквы. Отправляю запекаться в духовку при температуре 200 градусов на минут 15. Через 15 минут духовку выключу и дам там потомиться еще минут 10 данным кусочкам. Кусочки невероятно аппетитные, а запах какой стоит. И такой вариант запеченных кусочков тыквы очень вкусно кушать именно в теплом виде. Когда они остынут, то приобретают более сладковатый привкус. Берите, дорогие друзья, рецепт на заметку и помните пословицу: «Есть нужно, чтобы жить, а не жить, чтобы есть». До новых встреч! С вами была Ксения.